Сергей, вот все лето команда проводила матчи чемпионата города, и сегодня сыграла с командой, которая не имеет, скажем так, матерого опыта в пленном футболе. Ощущалась какая-то разница в классе? Ну, конечно, мы с ребятами уже как бы все лето играем вместе. Ну, хоть как-то сыгрались, как бы у нас есть ребята, которые играют, в принципе, ну, на город. Ну, до этого играли как бы на город. Выступали в Кубке двух столиц, мы играли недавно с ребятами. Вот, поэтому, конечно, да, ощущалась сильная разница. То есть ребята вообще, любители совсем. То есть они, наверное, ну, какой там, не знаю, по счету четвертый раз, да, наверное, они уже играют всего лишь. Ну, конечно, им тяжело. Нам попроще в этом плане. Если переходить к игре, вот получилось так, что, по сути, три периода получились одинаковыми по счету, но разными по игре, потому что было видно, что были у вас трудности, чтобы занести мяч в ворота. Чем это можно объяснить? Да не знаю, да просто сегодня такая погода, как бы дождь, ну, песок мокрый, как бы мяч застревает постоянно, не знаю, ну, если из-за этого, наверное, ну, так, ну, особо не укладывались, как бы, что, в принципе, игра нам давалась, поэтому, что, мы вели всегда постоянно, поэтому. На самом деле, думаешь, после какого момента уже появилась уверенность, что возьмете игру и не отпустите ее? Ну, когда стал счет, наверное, уже там какой-то 3-1, 4-1 становился, как, ну, уже все понятно было, в принципе. Но, в принципе, я еще до игры понимал, что вроде как мы должны выигрывать, поэтому. В целом, если судить по игре соперника, насколько они себя хорошо зарекомендовали на пляжном покрытии? Ну, я не знаю, как так оценивать, как бы, ребят, ну, им тяжеловато, как бы, им надо, ну, в пляжный футбол не так просто играть, как бы, надо хотя бы в месяц потренироваться, более-менее с ребятами, которые умеют, как бы, и только после этого, ну, уже начинать играть, поэтому, не знаю, даже по 10-бальной, если в шкале, не знаю, на четверочку, может, там, с 10 4 бы дал бы, ну, так вот. Ну и последний вопрос. Сегодня игра, завтра игра, скорее всего, будет еще в пятницу игра, если пройти финал. Насколько очень тяжело будет нано-протекту вот в таком режиме, с такой погодой осенней выходить и выкладываться, чтобы получить хороший результат? Да не знаю даже. В принципе, у нас ребята так весь год играют, как бы каждый день игры разные, просто на разных покрытиях. Тут на песке, как бы, не знаю, не думаю, что составят какие-то трудности. Думаю, нормально все будет. Ара, спасибо, удачи вам.